мы мечемся между двумя переездами, и мы не можем попасть на другую сторону поселка, кроме еще одной объездной. Ну вот, и так вот мы и живем. Не знаю, вот, видимо, там или никого нету, так вот у нас РЖД. То есть поездов нету, мы стоим, стоит скорая, это, не знаю, уже просто начинает надоедать. А в машине в данный момент, возможно, человеку требуется помощь, она не может просто проехать дальше. То есть, ну, всем понятно. Человек ушел, наверное, не знаю. Каким-то делам, не знаю, что не открывает просто. Скоро разворачивается. Это, наверное, норма, я не знаю. То есть скорую не пропустили. Это вообще отлично. Про нас тогда уже я не знаю, что говорить. Я думаю, РЖД будет это интересно посмотреть.